Примерно месяц назад мной был изготовлен юмористический ролик, суть которого состояла в том, чтобы высмеять работу тунеядских комиссий, которые работают не на основании закона, а на основании антиконституционных декретов и указов Александра Лукашенко. На данный момент ролик посмотрело порядка 60 тысяч человек, ролик набрал множество комментариев. И получилось так, что чиновникам это очень не понравилось, и они решили действовать вне правового русла. А именно, сотрудниками, как я предполагаю, Мингорисполкома, был создан аккаунт от имени заместителя главы администрации Ленинского района города Минска Сергея Павочки. Туда было установлено фото, схожее с фотографией данного чиновника, и им был оставлен комментарий, который не содержал никакого оскорбления, но тем не менее в последующем заявили, что этот комментарий чиновник не оставлял, а оставлял его либо я, либо иное неустановленное лицо. С Сергеем Павочкой было написано заявление в УВД Ленинского района города Минска о том, что он очень страдает, он потерял сон, аппетит, и он не может осуществлять руководящую деятельность, пока не найдут человека, который оставил данный комментарий. В результате чего из УВД Ленинского района города Минска мне позвонили оперативные сотрудники и пригласили к себе на беседу в качестве свидетеля в рамках проводимой проверки по вопросу возбуждения уголовного дела по оскорблению чиновника. Я дал объяснение, что никаких комментариев я не оставлял ни от чего имени, кроме как от своего собственного. Однако проверка на этом не закончилась. Прокурором района было санкционировано проведение у меня осмотра, в результате которого у меня изъяли жесткий диск компьютера, чем парализовали работу моего ребенка по получению образования, так как на данный момент он вынужден пользоваться чужим компьютером, так как не имеет доступа к своему.